І в нашій студії гості з Харкова і народний театр «Абсурда» Воробушок приїхали до Дніпра виступити на фестивалі кабаре «Велика сходка». Півфіналісти Ліги сміху 2016. Отож, будемо знайомитися. Олександр Сердюк та Євген Журавльов. Мої вітання. Здравствуйте. Здравствуйте. З якою метою приїхали на Дніпропетровщину? Ми б хотіли піднятися на 9 етаж, і от піднялись, і от у вас в студії. Всім доброе утро. Я хотів новості спорту розказати, що я обычно, коли мене приглашають на це місце, говорю о том, що... А чого ти в мікрофон говорити? Не слышно, да? Да. Я говорю, мене видно, зато я знаю. Сьогодні зборная України грає зі Словакією. Удачі ребятам. Вот. Да, ми приїхали на фестиваль кабаре. Так, замечательно. Так. Насколько я понимаю, сегодня вечером у вас выступление практически сразу после нашего эфира. Ну, первое, что бросается в глаза, вас двое и фотография. Кто этот человек? Это не фотография, это людина. Просто ее сделали 3D-шную. Это Вячеслав Маслов. До речи, он шукает смысл життя. Зараз давайте так. Трошки с юмором, але трошки по-серьезному. Як плануєте виступати, як плануєте глядачу казати, що плануєте глядачу казати, аби зацікавити? Ну, як мінімум, слова. Будуть слова, будуть пісні, буде театр «Ляльок», це буде гурт «Це що робити» до нас, наші колеги. А потім ми просто вийдемо, розляжемося на сцені, будемо лежати годину. Ну, якщо серйозно, да, то ми плануємо виступати десь 3 дні. Вот, сегодня мы начинаем и закончим, ну, через 3 дня. Да, закончим мы в воскресенье, да. в арт-квартире со спектаклем «Дело будет добро», тому на спектакль Александра Сердюка, приходите. А сегодня приходите, конечно же, на фестиваль «Веселого писца», кабаре, да? Вот. Хорошо, что это не утренний эфир, что люди не засыпают. Нет, да? Женя, да. Что ты делаешь? Извини, сейчас мы пройдем маленькую беседу. Ты понимаешь, что интервью, это на радио надо, извините, да. Надо быть активным, веселым и радоваться. Всем привет, да, как настроение? Театр «Абсурда» Воробушек сегодня. Понял? Словакия, Украина сегодня, простите. Да. А скоро, кстати, в Днепре будет матч Днепра. Да и... что ты, тебе больше нечего рассказать или что? Ну, мы же театр, мы же несем какое-то искусство высокое, блин. Ну, так, ну сейчас придет какая-то группа, допустим, эти, как их? Лишь бы, знаешь, лишь бы не курили. Ну, я согласен. Это вот правильно. Это по подъездам не сидели. Посмотрите на человека, вот, который не курит. Не курите и по подъездам не сидите. Да. Вот. Насколько я понимаю, выйдя сегодня с вагона, вас Вожатый. Полиция как встречала? Днепровская. А мы ехали с ней вместе, мы старались не договорились, что, ребят, никаких претензий, мы просто такие же люди, как и вы. Мы потом оделись, вышли на улицу уже одетые, ну что, голыми ходить по вагону. У нас Олег прокурор, поэтому, да. Олег, вы не знаете, кто такой Олег? Олег Свищ. Да. Из нашего театра. С полицией все в порядке, у нас отношения хорошие. Он должен был, кстати, в Днепре работать, но потом... Не сложилось, не да. Сложилось. Потеряли такого бойца. Ага. Если говорить про наиболее абсурд в вашем жизни, каким он был? Это выборы Кучмы. У меня Кучмы. Рождение. Выборы Кучмы. И моё рождение. Леонид Данилович может обидеться, он наш земляк практически. Так и наш, типа. Мы ж наоборот, мы всегда говорим на всех концертах, при Кучме было лучше. Так что, Леонид Данилович, если вы нас смотрите, то давайте без арбалетов. Нет, хотя бы сегодня. В смысле, мы живем хотя бы сегодня, хотя бы каждый сегодня, день. Пожалуйста. Мы живем прекрасное Блин. Время, что, все абсурдно, ну согласитесь. Мы же сможем выйти на улицу и все понять. Когда выступаете, боитесь, что не всегда может зритель понять вас? Не, ну мы на французском выступаем, поэтому это логично, не всегда понимаете. Во Франции мы на украинском выступаем, украинскую мову там все разумеют. Вот у нас в Украине, вот это обидно, знаете, во Франции выступаешь на украинском, все понимают, в Украине на французском все сидят. Типа, переведи, пожалуйста, извини, разжуй нам шутку, ну что это такое? А, еще одну. А, где? Вот это, да? Да, да, вон она. Евгений Половчени, это организатор с Одессы. Верни наши бабки, такая традиция у нас, простите. Мы-то считаемся, мы пришли, сумасшедших надо слушать. Скажите, пожалуйста, кроме алкоголя, что в жизни употребляете, что поднимает нас? Ну, мы алкоголь не употребляем. Да, кстати. Мы вегетарианцы, всем советуем, не надо никогда убивать животных. Никогда алкоголь никогда Если не употребляем. Если только по утрам водку теплую, это не считается. Это хорошее, это Днепровское, это Коломойское. Якщо говорити про Воробушек, яким він був перший раз? Ну, моложе. Я на ринку бачив, коли на гречку прилетів. На 7 років моложе? Коли з мамою пішов на ринок, а, ти ж птичка. Он на гречечку, да, прилетів. Да? І тоді хорош... я зрозумів, що когда-то я вспомню. У нас було перше вспоминання, нас пам'ятає, перше нашого поляна було, це коли ми вийшли поні на сцену, і після цього про нас год ще говорили про цю лошадь. Да. Тобто у нас Воробушек – це все одно животне. Да.
Вы полуфиналисты Лиги смеха 2016. Это прошлое. Это уже в прошлом. Уже четвертьфиналисты в этом году. А вот если говорить о планах на будущее, то есть Боже упаси, рано или поздно хочется это выиграть вообще? Нет. Не, абсолютно нам плевать. Мы же идем на правильном пути. Окупить победу. Правильный путь у нас. Полуфинал. Сначала в этом году четверть. Мы идем в следующем назад. Году, да, мы в 1/8 вылетим. В Лиге смеха мы Бенджамин Баттон, мы обратно хотим. Потом мы вообще все забыли. А потом будет с 1/8, мы сразу можем в финал попасть, ну, если правильно. Доберут. Там хорошо все, но мы дорога молодым, поэтому если Днепропетровские команды, то, пожалуйста, не идите в Лигу смеха и в КВН, найдите хорошую работу. Или если вы ничего не умеете, идите в Лигу смеха, если вы талантливый человек, то там вас ждут. Или просто айтишником станьте. И идите в Лигу смеха. Чем живет ваш театр? Чем вы зарабатываете на жизнь? Ну вот сегодня приехали на веселый писец. Ну тут кормят бесплатно, проживание не бесплатно. Всегда, вот, не всегда, вот завтрака не было сегодня. Сегодня не было завтрака. Ну потому что мы не прописали. Мы хитрые, мы театром, мы знаем все, где все мероприятия проходят. Ну допустим, там выступает у нас какой-то, приехал театр, там, ну какая-то группа, ну допустим, браты Гадюкины, да? Они, мы знаем, что они мало... Они еще ездят? Еще как ездят, новый альбом они вышел. Они еще и ходят. И смех, и гриф. Они и ходят, и ездят. И вот они не доедают там в ресторане, и мы быстро знаем всех организаторов, заходим, нам чисто перекусить, мы быстро кушаем и все, дальше отдыхаем. Кстати, вот по поводу спонсорства, вот кстати, здесь, да, могла быть ваша реклама, вот смотрите, да, вот здесь. Оголенка, отличное место. Ну, для этого надо побрить. Это, кстати, сейчас может быть вторая передача. Это, кстати, может быть вторая передача. Смотря какая компания, вдруг это барбершоп будет. Вторая передача, которая может не выйти, типа. Не-не, выйдет. Все шансы, пожалуйста. Да. Давайте поговорим достаточно серьезно о таких банальных вещах, как то, что происходит с потенциальным зрителем. Почему его сейчас сложнее смешить, например? Ну, то есть дурачиться, это понятно. А вот так, чтобы рассмешить и заставить задуматься. Это хороший вопрос. Был бы сейчас, мы попросим нашего. У нас четвертый с нами есть, Аня. Не, а сейчас почему сложнее? Сейчас наоборот стало больше шансов у людей. Нет, это понятно, почему сложнее. Потому что... Хотя бы штаны одел бы. Потому что YouTube появился, потому что появился доступ у людей, интернет больше, где можно посмотреть на юмор. Не сложнее стало его веселить. Его стало больше. И просто да, ну, человек качество, стал выбирать. Качество юмора. Качество умерло уже. После кого-то, как джентльмен-шоу закончилось, то как бы дальше. А это было высокое качество джентльмен-шоу? Ну, в детстве казалось, да. В детстве. И джентльмен-шоу, и каламбур казалось топчик. Потому что другого ничего не ничего было. Не было. А сейчас люди могут выбирать. Да, могут выбирать между качество одним и вторым. Качество никуда не ушло. Просто надо знать, где смотреть. Актерские данные вот исполнителей тоже вниз? Или, не, ну или как? Самородки как бы вот... Да, ну они просто знают... Самородки уехали, снимаются за нормальные деньги. В Европе. Да, хотя бы. Ну не, сейчас как бы все остались, просто никто этим не хочет заниматься уже. По сути, ну вот вам повезло, у вас есть работа, у нас какая-то вот на писец пригласили. Нахлынула, извините. Давай, трезво нельзя. А остальным, вот молодая, вот сидит молодой человек, ему 16 лет, он такой смотрит и говорит, так, вот Лига смеха, мне задавали на корпоративе вопрос, говорит, ну вот ты сегодня свадьбу провел, допустим, я веду свадьбу, ну пожалуйста, не надо, не звоните. Телефоны могут внизу не где-то. Не надо, это гиблое дело. Зачем он мне плохая свадьба? И говорит, а что ты дальше будешь делать? Мне, говорит, 29-летний, 18-летний парень, как ты будешь дальше заработать? И я понимаю, что у человека в 17 лет уже намного умнее голова, чем у меня. Потому что я 5 лет потерял на юмор, и не было шансов вообще что-то. А потом как-то получилось. То есть тебе там надо либо жить, чтобы это достигнуть, либо 17-летний уже более проворно, они уже знают, что они хотят. Либо умереть. Ну, это лучше жить, да. И вот, да, и вот они говорят, они уже конкретно знают, что они хотят. Поэтому я не уверен, что юмор их сейчас так блестит. Но он увидел там меня по телевизору 10 минут или кого-то, да, и говорит, так, а что он еще делает? А я ему скажу, вот я сижу 5 дней, а там 2 дня что делать? У меня все нормально. У него все хорошо, у него 6 работ. Да, просто. 2 ноги, все как у людей. Да, да. Поэтому сейчас стоит выбор, что самородки уже, они могут это как хобби делать. То есть у нас-то у всех была жизнь, по сути, а они скажут, ну, мы можем там в свободное время что-то там подурачиться. Так что это правильно. Чем Днепр от Харькова отличается? Вот так, ну, то, что бросается в глаза первое, сразу. Первое, что в глаза бросается, это название. Ну, да, безусловно. Это кроме названия. Да, очень странное метро в никуда у вас идет. То есть просто линия, которая никуда не ведет. И вообще центр вот, и ты обидно, тебе надо от центра идти куда-то, чтобы поехать вообще непонятно куда. Не, ну мы только что проезжали, вроде строится, да? Строится какая-то, да. В 2021 обещали. Так что вот. Если обещали, пожалуйста. Мы приедем. А так, же... какой-то такой, у вас типа мосты спасают, очень классно. И парк мертвецов у вас есть крутой, да? Не знаете? Живых и мертвых, наверное. Вот, да. Отличное название, подумайте. Мы завтра поедем, нас прям, если кто-то знает, как туда проехать, напишите нам в Фейсбуке, мы хотим вместе с местными, потому что говорят, оттуда не все возвращаются, ну потому что ты либо живой, либо мертв. Вот нас это удивило очень сильно, что там есть такой парк, и там все про него говорят.
А так красиво все, хайно, если не уезжать из центра, как и везде, думаю. Что в Харькове, что в Киеве. Только с центра уезжаешь, все. По жизни часто приходится импровизировать? Никогда. Ну, или все-таки спишь? Это, ну, врать, типа. Да, да, да. Да, врать постоянно, как сейчас. Как сейчас, да? Нет, да. Я предлагаю, к чему я это говорю. То есть, так или иначе, в начале нашего разговора прозвучало, что, радио, да, что день телевидения и радиовещания. Вам сказали, да. Нет, нам пока не сказали, но мне бы хотелось бы дать вам больше времени на импровизацию. То есть, вот давайте представим себе, что сейчас у экрана все телевизионщики, радищики, связисты. Их поздравить. Да, и вот их надо поздравить так прикольно. Дорогие телевизионщики и радиоработники, монтажеры, операторы. У вас тоже возникает этот немой вопрос, почему только сегодня праздник радио и телевидения? Я тоже не понимаю. Мне кажется, должен быть всегда. Вы делаете колоссальную работу, вы делаете настроение людям, иногда плохое, но я надеюсь, чтобы в следующем году мы все собрались, у нас было лучшее радио и телевидение не только в главной столице, да, а чтобы в Днепре и в Запорожье, и даже в городе Ковель было топовое телевидение, чтобы все работники, все маленькие студенты 15-летние говорили: не поеду в Киев, хочу поехать в город Стрый. Там есть крутейший канал в мире с лучшими технологиями и новыми шоу. Поэтому всем радио, телевизионщикам решаю, чтобы вы меньше бухали и больше делали хороших телевизионных крутых проектов. Потому что за вами будущее этой светлой, прекрасной страны. И за Евгением Журавлевым, и за Евгением Гендиным. Да, отдельное спасибо хочется сказать группе, ну, ДГУ, театру «Веселый 50», что нас пригласили. Вам отдельное спасибо. Вы уже 39 лет делаете наш мир и отдельно город Днепр счастливее. И, конечно же, Ice Cream Promo. Команду. Это ребята, которые делают хорошие концерты. У них сегодня тоже получается праздник. Поэтому спасибо вам, ребята, большое. И будьте все здоровы. Это самое очень главное. Смешно. Женю, добавите что-нибудь? Да, конечно, добавлю. Я ждал звездный час. Подсыпать. Да, конечно, хотелось бы поздравить всех людей на планете, что есть другие люди, которые снимают для вас все. Вот не поленитесь, если у вас по-любому один из знакомых есть сегодня, который работает либо на радио, либо вы потом ускорьте, на телевидении. Вот, позвоните ему, напишите смс-ку с праздником. Друг. Что вам, сложно, что ли? Да. Да, и все, кому, сейчас мы забываем это делать, все, кому за 40 и меньше 15, подписывайтесь на канал Воробушка в Инстаграме и на Фейсбуке. Хватит, ребята, хватит сидеть в Одноклассниках. Жизнь намного шире на Фейсбуке. Если вы любите плакаться на Фейсбук, если вы счастливый человек, в Инстаграме, ну, подписывайтесь там и там. Там мы счастливы, там мы грустны. Замечательно. Александр, послезавтра у вас какое-то вот такое еще выступление своеобразное, свое, есть, я не знаю, есть, да? Есть. Одиночное можно назвать или устаешь, авторское. Да, устаешь, да, от коллектива, есть... знаете, хочется побыть одному. Гонорары, наверное, все-таки подкупают. Когда не с кем делить, это значительно приятнее. Да, ну, там как, ну, там то же самое, что и в театре, на самом деле. Ну, просто там нету вот этих, ты сам себе. В чем прикол моноспектакля? У меня «Дело будет делать добро» называется, 18 ноября в арт-квартире. В 7 часов вечера приходите. Прикол в том, что нет некого винить. Коллектив — это все-таки коллективная работа. Там ругаешься, миришься, кого-то руку отрезаешь. А так ты пришел, если плохой звук, ты виноват. Если плохой спектакль, ты виноват. Если плохое настроение у зрителя, ты виноват. Иногда хочется быть либо виноватым одному, либо в лучах этого славы. Всего. Не славы, просто в хорошем настроении. То есть ты... Слава — это тот, слава, который осветитель. Вот. Это как из... Вот слава. Если говорить о вашем театре, кто у вас самый серьезный, а кто у вас самый такой вот балагур? Станислав Захаров. Он самый серьезный и самый балагур. Дядя Женя — Николай Иванович Мох. Это тот, который распределяет деньги, он самый серьезный? Или... У нас вообще денежный вопрос не стоит. Мы зерно. Ну, типа, мы гонорар 6 мешков зерна. Потом мы продаем очень выгодно в тот же самый город Стрыка, который был на 5. И потом делим все это. Если остается зерно, то тоже блистательно, как в детстве, можно прыгать в зерно, а там кидаться. Вот это не как в детстве, это как мультики Дональд. Я был в детстве, меня завозили целый двор зерна, я плавал там по этому двору. Ну, я думаю, очень здорово, что вы оказались у нас в студии в пятницу вечером, подняли настроение. Спасибо вам. И кому-то нашим... подняли, да. Кому-то опустили. То есть, ну... Я думаю, в большей степени подняли. Давайте постараемся пригласить. Еще раз? Да. Ребята, если вам еще не писец, приходите на «Веселый писец» в 7 вечера на фестиваль «Кабаре», который проходит только в Днепре. Во всем мире нет фестиваля «Кабаре», только в Днепре. Такие классные коллективы, как «Воробушек», «ЦШО», «Борис Барский». И прикиньте, не будет Максима Барского. Прекрасно же. Ребят, приходите. Если хотите увидеть что-то новое, что-то необычное, то, меня. Конечно же, Женю. Да. Приходите на «Веселый писец» каждый день с 7 вечера, пятница, суббота, воскресенье. И все у вас будет лучше, чем у кого
у тех, кто не пришел. А, кстати, последний вопрос. А в шаббат можно вообще? Вот... Ну, нам да, а вам? Нам тоже. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був театр, і народний театр абсурда «Воробушек» із Харкова. Хлопці Олександр Сердюк та Євген Журавльов сьогодні відповідали на наші запитання, а також робили вам гарний настрій. Дякую всім. Дякую. На все добре.